Так, наши новости. Семён поспал, проснулся, поспал мало, час небольшим, для него это мало. И я, как видите, с утра, когда еще его не уложила, помыла ванную, потом уложила, покушала сама, помыла в туалете все. В общем, у меня такая уборочка закончена. На кухне все практически чисто, все убрала с поверхности наконец-то. Вот, посуду загрузила, ну, пока посуду мойку вечером, наверное, загрузим. У нас опять душно, сейчас, наверное, включим кондиционер, потому что с утра как-то более-менее ветерочек был, а сейчас прям вообще... А я еще молодец, я смонтировала шотс. Давно хотела, давно у меня эта мысль в голове лежала, ну, вот, наконец-то смонтировала. А сейчас что? Сейчас жду... А, я еще в душ сходила, потому что воду горячую дали. Жду, когда волосы высохнут, и сяду записывать вопрос-ответ наконец, потому что я посмотрела, я месяц назад говорила, что его сниму, и в итоге не сняла, но все как-то то-то одно, то другое, и все не очень. И посмотрела сегодня в календарь, оказывается, завтра мне нужно ехать сдать анализы с утра, а потом прием будет женской консультации. Короче, эта неделька такая насыщенная, наконец-то должны будут сказать второй скрининг, когда... Потому что я жду, уже хочется закончить все вот эти вот дела второго триместра и жить дальше спокойно. Мне еще кровь, наверное, нужно будет сдать. Мне еще направление не дали, наверное, вот в пятницу у меня прием, наверное, дадут направление и должны будут записать на скрининг. Надеюсь, конечно, что до отпуска все это закончить, чтобы потом спокойно уехать на несколько дней. Сегодня я просыпаюсь с утра, такая, 5-е число. Сегодня Сёма мог бы идти первый раз в детский сад. А потом подумала, что сейчас еще на месяц это все отложится, скорее всего, если там что-то не изменится, еще если нам не позвонят. Ну, карантин до 19-го, понятно, но все же. И такая думаю, блин, надо, походу, Сёме новые шорты покупать, потому что из этих он, скорее всего, вырастет, которые я вторые купила. Он сейчас быстро летом прям вообще, вот за май, мне кажется, он вырос сильно, вот, по одежде, если смотреть, по штанам, даже по тем шортам придется новые брать, короче. А, подготовились классно, но ничего, зато еще месяц можно потусить, сейчас у нас погода наконец-то прохладнее становится, сколько это возможно, 25 градусов помещаю завтра, послезавтра, и вот, наконец-то будем, наверное, гулять с утра и с вечера, как обычно. На сегодня утром мы не ходили, пойдем, наверное, часов 5-6, когда солнышко уже не такое яркое будет, потому что у Сёмки закончился крем, я ему заказывала, как же он, La Roche, по-моему, я уже банку выкинула, не помню, представляете, и заказала вторую, только большую, и немного другого возраста, надеюсь, что она придет завтра, как обещает Озон, вот, там... Потому что эту мы использовали, не знаю, наверное, за неделю-полторы, и все, и нет целой банки. Там 50 мл было. Ну, я не знаю, если вы каждый день меня смотрите, то вы помните, что я купила Сёме крем, потом у него какая-то аллергия вылезла на солнцезащиту, хотя в прошлом году мы пользовались ей уже, и вот в итоге на этот ничего не было. Сейчас я даже найду картинку. Так... Я сейчас Сёме заказала вот такой вот, это 200 мл, но он идет от 3 лет. Потому что той маленькой баночки не было большого объема, она вообще, походу, не производится.
Это 50+. Защита 200 мл. Надеюсь, хватит подольше. С такими солнечными днями прям жесть. Ребятушки, я записала видео. Вопрос-ответ. Там столько материала, там час, наверное, я записывала, потому что меня Сёма отвлекал. Сейчас садится батарейка. Я просто включилась для того, чтобы сказать, что я это сделала. И сейчас, через часик, мы с Сёмой, наверное, выползнем погулять, потому что я хочу перекусить. Сёма мне принес водички. Заботливый ребенок, видите? Потому что я сказала, что хочу пить. Ты где? Летает самолетик, видимо. Ты самолетик, что ли? Да. Понятно. Ладно, пошла я пить водички и кушать. Вышли на улицу. Я сегодня, не поверите, одела лосины с чулком. Немного его видно, но не критично. Просто я уже устала ходить в одних штанах. И решила, что одену-ка лосины. Мама. Да, и, наверное, себе закажу специально для беременных, потому что это сейчас не беременные, а, не знаю, видно вам или нет. Не видно. А пузико растет, и резиночка давит. Че, куда пойдем? Папа. Пока машешь. Все, он тут вон на стройку заглядывается, там строит, и он сможет как грузовички ездить, да? Мама. Да, ты нажал, молодец. Да. Время 9 часов. Идемте, смотрите, что вам покажу. Просто... Ребенок спит. А я сейчас... У меня машинка стирает. Мне еще не хочется даже спать, как ни странно. И немножечко раскидала тут вещи. Ну, прибрала, в смысле, по местам раскидала вещи, которые раскидал Семен. Там некоторые игрушки унесла в комнату, в посудомойку загрузила посуду. И сейчас... сяду монтировать, пока стирает машинка. Возможно, потом еще повышиваю и смонтирую вопрос-ответ, надеюсь. Но это не точно. Короче, постараюсь заняться видео сейчас, потому что пока спать не хочется. И в перерыв, пока видео будет сохраняться, я буду чуть-чуть вышивать. Я сейчас, представляете, спала, укладывала Сёму, и меня покусала какая-то мелкая мошка. Прям супер мелкая. Ее даже не видно, наверное. Она меня укусила прям в палец. И под коленку. И теперь чешется. Я боюсь, как бы там Сёму не покусали. Потому что мы спим с открытыми окнами. Этих сеток у нас на окнах нет, но все равно она бы проползла. Потому что она супер мелкая какая-то. Прям даже не знаю, как меньше горошинки. Как, ну, в смысле горошинки. Меньше... обычные мошки, короче, не знаю, как объяснить. Просто очень странное существо. Меня всегда удивляло то, что такие мелкие какие-то штуки очень больно кусаются. И вот сейчас мне реально больно. Я ее вроде прибила. Надеюсь, что Сёму не покусают. Вот, я сейчас иду, значит, монтировать. Прощаюсь с вами. Увидимся в следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.